Сезон весенних сельскохозяйственных ярмарок подходит к концу. В минувшие выходные масштабная предпасхальная торговля развернулась в новом городе на проспекте Ульяновском. Последняя торговля оказалась самой масштабной, и об этом свидетельствуют цифры. Торговля велась с 310 машин. Посетило ее больше 18 тысяч человек. Жители не только нового города, но и близлежащих микрорайонов. Для примера, последняя ярмарка на Минаево собрала 16 тысяч покупателей. Большим спросом накануне Пасхи пользовались, конечно, куриные яйца. Их фермеры продали 108 тысяч штук. У нас цены порядка 15-20% ниже, и в частности один из примеров является как раз вот реализация яйца сегодня птицефабрикой, Вишкаемской птицефабрикой, которая реализует яйцо высший сорт по 50 рублей за десятку, в то время как в магазине она стоит, соответственно, 60 рублей выше. Дальше в продуктовом топе шли картофель, мясо, морковь и молочная продукция. Торговля принесла местным производителям выручку в 12 миллионов рублей. Цифра, можно сказать, рекордная. Та же торговля на Минаево принесла фермерам 8 миллионов рублей, а в железнодорожном районе 9 миллионов. В день ярмарки для посетителей была подготовлена концертная программа, организована работа социального такси и помощь волонтеров в доставке продуктов гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Традиционные ярмарки начнутся только осенью. С 7 сентября и завершатся 28 декабря предновогодней губернаторской областной сельскохозяйственной ярмаркой. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.